Келли Миттендорф. Фанаты шоу «Топ-модель» по-американски, глядя на Келли, сразу поймут, что ее тип «strong face», а еще она умеет улыбаться глазами. Строгое выражение лица и настойчивый взгляд сделал ее одной из главных моделей «Прада». В лукбуках Миттендорф редко улыбается. Ей стоит только с легким прищуром посмотреть на фотографа, чтобы создать свой запоминающийся образ. Как и многие девушки из нашего списка, она начала профессиональную работу рано. Вскоре после первого кастинга получила работу в Лос-Анджелесе, а еще через 5 лет как раз ворвалась в мир Прада, где задержалась, найдя большое признание. Вот это мы называем «пришла, увидела», взглянув на рекрутеров фирменным взглядом, победила.